Всем привет, друзья! Вы на канале Экспировид. Меня зовут Виталий, и я продолжаю играть в игру Foodgang. Если, друзья, вам нравятся видосики по этой игре, то обязательно жмем лайк, подписываемся на мой канал, кто еще не подписан, и пишем свой клевый комментарий. И, конечно же, переходим на мой инстаграм по ссылочке в описании. Друзья, мне нравится ваша активность по этой игре, поэтому чем больше будет просмотров, лайков и комментариев, тем чаще будут выходить эти видосики. А пока, я думаю, раз в 4 дня, думаю, будет достаточно. Друзья, поскольку у меня ничего новенького пока для вас нет, поэтому просто сегодня поиграем за тех ребят, которые у меня есть. Это брокколи. Есть Том, который это то ли абрикос, то ли помидор, я так и не понял. И, конечно же, Тони, пицца. Наконец-то хоть что-то вкуснее. Не, абрикосы и помидоры тоже люблю. Брокколи. А вот Тони, то, что надо. Пицца, ребят, это мое. Поэтому обязательно ставим лайк. И еще напишите мне в комментарии, вот какие видосики вам больше были бы, ну вот, интересны. Когда я буду играть только за новых персонажей. Или же, если вдруг у меня нет новых персонажей, играть за старых, просто геймплей там какой-нибудь интересный. Или же, когда я буду проходить еженедельные миссии. Вот мне просто интересно, какая тематика по видео вам бы реально заходила, чтобы вы хотели посмотреть это видео, чтобы я, ну, не старался просто так, как бы вы сами понимаете, да. Мне хочется вас все-таки порадовать, все-таки потратить время на видосик, чтобы все это сделать красиво, чтобы вам понравилось, чтобы было что посмотреть. Поэтому, ребят, пишите свои предпочтения, скажем так. Так, этот чувак вечно кидается всякой заразой. А что это такое? Что это воняет? Он что, вонючий? Я такого еще не видел, кстати. Он меня бесит. А я, знаете, я его обойду. Ладно, давай, хорошо. Да, ты обходи, а я буду здесь добивать. Смотрите, мы в тупо, ребята, окружили. Слушайте, я не понимаю, это типа яд какой-то или что это? Так, давай, прикрывай. Ой, нет, он меня не должен задеть. Бум-бум-бум-бум. И он меня все-таки задел. Все равно мы ведем. Все равно, ребят, мы ведем. 7-4, мы ведем. Я прыгну сюда. Зря я выстрелил. Пум. Не-не-не, чувак. То, что ты там стреляешь, это типа вообще ни о чем. Так, ладно, окей. Сделаем вот так и обойдем. А? Что он хотел сделать? Блин, я хотел резко, знаете, развернуться и типа в него пострелять бургера, но у меня это не получилось. Но окей. Все, был бургер, нет бургера. А, прям на патроны свалился. Победа. Блин, ну этот килл я бы сделал. Я бы его сейчас добил. Значит, друзья, вы мне сами писали в комментарии о том, чтобы я обязательно открывал эти сундуки. Типа, не ленился смотреть рекламу. Ребят, понятное дело, рекламу показывать не буду, но буду стараться открывать эти сундуки, потому что мне писали о том, что здесь очень часто выпадают различные герои. Ребят, герои мне нужны, потому что я все-таки хочу сделать различные блюда, как салатницы и все остальное, гарниры. Поэтому, ребят, будем стараться абсолютно все забирать. Монетки. Так, можем прокачать Тони. И все. Вот такие вот дела. Окей, пока я прокачивать его не буду. Ребят, напишите мне комментарии, какой герой, да, какая еда самая классная. Чтобы я понимал, стоит ли мне пока никого не прокачивать, не тратить на пока ресурсы на других героев, если они слабые. И, возможно, если вы мне посоветуете какого-то реально топового героя, самого топового, если я вдруг его заполучу, у меня уже будут ресурсы, чтобы его прокачать. Пока, в принципе, мне и так идет катки нормальные. Я вроде как, ну, в основном тащим, редко проигрываем, собственно. Ну почему? Я развернулся. Это мой косяк, ребят, только что был конкретный мой косяк, конечно. Я подвел немножко чувачка, которого сейчас убили, и меня убили. Это я только что его подвел, я не в ту сторону стрелял. Так, ну мы теперь должны догнать, как бы. На расстоянии, стой на расстоянии. На расстоянии. Блин, ну нафига он туда идет? Вот зачем он это делает? Я прыгать буду. Я обхожу. Ай, блин! Блин, ну это все. Так, тыквы нету. И сейчас не будет бургера. Уйди оттуда, банан. Уйди, ты очень часто вздыхаешь. Уйди оттуда. Так, с этой стороны. Так, почти завалил. Есть! Все, сравняли счет. Стой на месте. Блин, ну куда он идет? Куда? Зачем он туда идет? Не иди туда, я тебе говорю. Ну вот почти добили же, блин, добивай обоих. Надо срочно туда бежать, срочно. Уйди. Куда? Ну зачем он подставился? Зачем? Зачем он это сделал? Добивай. Блин, пипец, тупо из-за этого банана. Зачем он туда залез? Я не понял, зачем он это сделал?
Вот тупое! Так, надеюсь, сейчас мне попадется нормально. Опять обеденный стол. Чё за бред? Я, наверное, сейчас, ребят, зайду и поменяю героя, потому что мне что-то на Тони везет только на обеденный стол. Я не понимаю. Не нравится мне эта локация, ребят. Вообще не нравится. Слишком много надо прыгать. Это, наверное, эта локация для ближних, наверное, каких-то боев. Не знаю, мне неудобно за него играть. Именно на этой локации. Неудобно. Блин, если бы я хотя бы попадал бы еще именно с того радиуса, где я стоял. Ну, идешь ко мне, нет? Прыгай, прыгай вниз. Есть. Подбили. Все, убежал, хорошо. Давай, прыгай, прыгай, прыгай сюда. Подбомбил. Давай, еще, прыгай, прыгай, прыгай. Блин, не это свой. Ладно, окей. Блин, их надо в одном месте где-то... О, здесь хилка есть! А я не знал! А я только недавно говорил, можно ли как-то хилиться? Подождите, или это умение, типа, можно хилиться? Подождите, то есть мы можем просто возвращаться, может, здесь, типа... А, убили его. Ребят, пишите мне обо всем комментарии, я просто не в курсе. Мне кажется, меня сейчас убьют. Да, меня убили. Так... Мистер Огурец. А ну, покажи, на что ты способен, потому что ты, походу, следующий герой, за которого я буду играть. Давай, 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 давай. А? Попался, да? Как я тебя подловил? Ну, правда, не убил, но все равно я его подловил. Так, дальше идем в бой. Дальше. Потом откроем, ребят, обязательно тот сундук. Обязательно его откроем. Наконец-то! Наконец-то! Хорошая локация. Бьем, бьем. Убили. Мистер Том. Как дела? Ай, все равно меня подловили. Так. Ого, ого. Так, ну я должен его здесь сейчас убить, по идее. Где он делся? Стреляй, стреляй. Все равно убьем. А, он все, он погиб. Слушайте, тут картошки неплохо так разваливают. Молодец, чувак. Мясистый викинг. Знаете, мне кажется, проще будет, если реально мы будем стоять на одном месте, потому что они штыняются туда-сюда постоянно. Они ведь не двигаются. Да, многие напишут, а блин, да не гони, надо в игре двигаться, иначе тебя убьют. Ну смотрите, я стою на месте, я больше убиваю. Просто из-за того, что я стою на месте, ребят. Они рано или поздно все равно захотят ко мне добраться. Ну вот, смотрите, мы их подбиваем больше, чем они нас. Ну убили меня, ну и чё? До этого сколько раз я их убил? Просто из-за того, что я стоял на одном месте. Прыгай, прыгай, прыгай. Вот видите, ребят, просто я стоял на одном месте. Я не знаю, друзья, тут тактика простая. Это ладно, если ты играешь за чувака ближнего боя, тогда да. А так... Ну, мне кажется, вряд ли мне здесь дадут нового героя, да, не дали. Слушайте, ну мы сегодня можем получить нового героя. Опять кухня, хорошо. Ой, точнее не опять, а уже другая локация кухни. Главное, что это не обеденный стол. А он убежал, да, типа? Ну, мы его все равно сейчас добьем. Он прячется, короче, за банана бедного, которого и так уже два раза убили. Мистер, мистер, вы не туда попали. Так, ну кого-то сейчас должны по-любому убить. Во, вот тут надо их подбивать, вот тут их надо подбивать. Ну чё, ребят, повоюем? А, подбил, да, чуть подбил. С двух сторон будем их стараться кромсать. Так, я понял. А, не, блин. Я сам... Блин, почему оно как-то странно летит, их его дымовая шашка как-то очень странно. Блин, что это за умение у банана какой-то, а? Не-не-не, тебя не... Блин, ну смотрите.
А, нарвался немного на мои пули, да? Давай, 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 давай. А, это, короче, у него типа щит, я понял. Блин, ну вот опять, бля, смотрите, я прям вообще просто на эти дымовые шашки сам налетаю. То есть, куда дымовая шашка, туда и я, типа. На, ничья. Ребят, ну, может быть, и я еще играю как-то так, но я только учусь. Это вы, конечно, уже все профи, уже знаете, как играть. Там вы мне писали комментарии, что вы там уже далеко зашли, много кого получили, потому что вы прям засели в эту игрушку. Не, ну игрушка классная, согласитесь, ну прикольная. Во-первых, она настолько, ну, как-то ретро, ретро-система, и она, понятное дело, интересна. Раньше, ребят, такие игры просто заходили на ура. Блин, да не бегай ты. Блин, Тони, стой на месте, блин, видишь, что я стреляю, что ты от него текаешь, блин? Я бы его убил, он просто бегает за этим бедным Томом. Блин, вечно забываю, как их, путаю, как их зовут. Они за ним бегают, из-за этого я промазываю. Уже стоял бы на месте. Так, первый есть. Сейчас и этому будет турбо. Так, просто стой на месте. В тот момент, когда они прыгают, мы спокойно их можем подбивать. Давай, давай, перезарядка, есть. Так, ну меня убили, хорошо. Я не понимаю, почему я бывает стреляю, ну типа, знаете, я нажимаю прыгать, а оно выстрел нажимает. О, хорошо, хорошо было. Да пофиг, пусть, пусть бьет. Вот видите, и добили, ребят. Ну, подумаешь, все равно мы побеждаем, а значит мы делаем что? Правильно, все правильно мы делаем. И напоследок я еще бургер развалил. Так, еще чуть-чуть и мы получим нового героя. Огурца. Опять, слушайте, мне везет прям против этих всяких викингов и мексиканцев играть. Вот серьезно, именно против них мне вообще прям везет. Пусть идут сюда, пусть идут сюда. А? Давай, давай, давай. Есть контакт. Вот, давай, ты с одной стороны его, я с другой стороны. Давай, ну залезь наверх. Просто залезь наверх. Они сами, они, понимаешь, они не смогут здесь прям застыть, там, где я стою. Пусть, ну убил меня, ну ничего, я сейчас вернусь, ребят. 4-1. Сейчас я им всем помогу. Вот, гоп, один и второй. Ушли, ушли. Все, просто, ребят, надо занять четко точку и атаковать. Слушайте, а картошка по факту вообще не погибал, получается, да? А не, вот сейчас погиб. Они, короче, поняли прикол. И поэтому они стараются теперь очень осторожными быть, сразу не выскакивать. Понимаешь, что жареным пахнет. Ай, блин, теперь есть. Ребят, ну, вы сами все видите, попробуйте сами так же сделать. Мне топор, кстати, прилетел только что. Кевин, мы с тобой хорошо сыграли. Так, ананас, ой, оба, которые типа ближние. О, арбуз, я с арбузом, по-моему, еще в команде не играл. Или играл? Че, не стреляю? О, че ты не стреляешь? Что это у всех уже за умения какие-то? Я тоже себе хочу. Так, мы на равных, да? Так. Бьем, бьем. О, хилка. А что делать надо? Что делать надо, чтобы отхилиться? Блин, ну арбуз неплохо отвлекающий, кстати. Он, ну, у него типа ЧХП побольше, я не понимаю. Так, убил. Давай, давай, пусть налетает на патроны.
У арбуза, короче, походу, ну, с близкой дистанции действует, да? Ну, то есть далеко он не стреляет. Ну, я так это понимаю. А, это, короче, у противника хилка. Да стреляй, 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 добей, там чуть-чуть тебе осталось их. Мы сейчас проигрываем, конечно, да. Может быть, я зря сейчас стою, ну не знаю. О, все, сравнялись. Все, стреляем, 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 на одном месте стоим. Давай, давай, этого надо убить. Блин, главное, чтобы не они убили. Ничья. Слушайте, сегодня как-то много ничьей у меня. Очень много. А за ничьи мы ничего не получаем, кстати. Это странно. Но все-таки ничья, обе команды хорошо сыграли. Почему ничья? Я не согласен. Так. А, убить нас хочешь? Не получилось. Так, спрячься за меня. У меня хп все-таки побольше. Чего он туда лез, я не понимаю. Зачем, ребят, если у вас мало хп, зачем вы туда лезете, я не пойму. Так, убили. Честно, мне иногда кажется, как будто это не игроки, а боты. Но они как-то слишком выкупают прикол, когда я стреляю. Заметили, они в основном начинают нападать, когда я выстрелил. То есть, то ли ребята уже выкупили фишку, то ли это просто боты прохаванные какие-то. Так. Не-не-не, чувак, не-не-не. Он реально как ниндзя двигается, вы видели? Так. А вы поняли? Типа, короче, пончик, полиция. Полиция ж любит пончики хавать, да, в Америке? Сравняли счет. Ой, я чувствую, мы сейчас проиграем. Или нет? Все, не беги, не беги никуда, не беги. Куда ты прешь? Вот куда он прет? Куда он прет, а? Куда? Блин, добей, добей. Ничья, да? Опять ничья, ребят. Вот зачем? Ребят, если у вас мало хп, ну не прите вы никуда. Не прите. Я хочу нового героя сегодня получить. Блин, ну хочется на веселе поиграть. Они, ну, весь, короче, блин. Бред всякий. Ладно, окей, все, все, нафиг. Ребят, просто играем, проиграл, проиграл. Хрен с ним, подумаешь, ну ребята поиграли. Ну, просто хочется уже поскорее, уже мог бы получить нового героя, ну ей-богу, согласитесь. Так, не-не-не, викинг. Опа, видите, ребят, он как будто выкупает, блин, ну, видели, он туда-сюда, туда-сюда, типа. Как будто он знал, когда я стреляю, когда не стреляю. Так, ну бургера подбил. А? Давай, иди, 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 иди. Ну почему я стреляю? Я не хотел стрелять. Блин, у меня бесит этот прикол. Меня это бесит, потому что лишний раз выстрел делаю, когда не надо. Я хочу отойти и потом выстрелить. А в итоге получается, что я, ну, просто трачу патроны, и потом меня начинает бить. О, хорошо, подбери, хопа. Так, есть. Бей его, бей, ну ты же ближний. Так, ладно, я понял, мне надо валить. Блин, да где этот ниндзя? Где он бегает? Кого он ищет? Блин, ну тоже бред. Надо, наверное, что-то менее, потому что автомат, он сильно широкий. Из-за этого получается очень много минусов. Ну, то есть, промахиваний. Но, в любом случае, ребят, новая лига, хорошо. Это такие еще слабенькие типа лиги. Но мы получаем нового героя, Билли. Новый солдат. Отлично. Ладно, ребят, давайте на этом видео буду заканчивать. Тут что-то мне не нравится, как сегодня происходят игры. Какие-то ребята, мне не нравится, какие мне тиммейты попадаются. Неинтересные, вообще неинтересные. Надеюсь, в следующих видосах будет гораздо лучше. И игра, и все на свете. А то сегодня прям подрастроился, вот серьезно. Ладно, ребят, если хотите чаще, чтобы я снимал Food Gun, то обязательно жмем лайк, подписываемся на мой канал, кто еще не подписан. Пишите свой клевый комментарий, не забываем переходить по ссылочке в описании на мой инстаграм. И всем пока.